Штат специалистов увеличился в 3,5 раза. В каждой диспансере начала работу новая поликлиника. Прием ведут 10 кардиологов, 2 сосудистых хирурга, врачи функциональной диагностики, а также узкие специалисты, среди которых офтальмолог, пульмонолог, окулист и невропатолог. Большинство у нас пациентов кардиологической патологии. Кардиологическая патология чаще всего сочетается именно с патологией бронхолегочной системы, эндокринной, то есть сахарный диабет и сердечные заболевания связаны очень тесно между собой. Офтальмолог, потому что также дает осложнение все кардиологические события. Например, на глазном дне можно посмотреть. Изменения провели на базе диспансерно-консультативного отделения кардиодиспансера, которое стало не классической поликлиникой. Здесь обследуют жители области или направляют лечащие врачи из других больниц. Например, сосудистых хирургов у нас же нет в поликлиниках города нигде. Поэтому есть необходимость и большая потребность. Их направляют, мы их консультируем. Они опять решают вопрос с госпитализацией, например, надо положить пациента, не надо, вопросы лечения. Опять же, УЗИ высокого экспертного класса у нас работают лучшие специалисты, поэтому все это вот здесь последняя инстанция, да. Для правильной постановки диагноза в кардиодиспансере проводят ряд исследований. С помощью УЗИ сердца определяют наличие патологий, пороков, гипертрофии. На УЗИ сосудов могут обследовать практически любую часть тела, смотрят на наличие бляшек. С помощью велоэгометрии проверяют, как пациенты переносят физическую нагрузку. Это помогает диагностировать ишемическую болезнь и нарушение ритма сердца. Есть и более привычные виды диагностики, например, ЭКГ и Холтер. Холтер, в общем-то, это самый безопасный сейчас вид диагностического исследования. Его практически можно вешать и детям, и взрослым. Вот. И, значит, ставится от суток до 3 суток можно делать. У нас аппаратура позволяет. Стоит отметить, что поликлиника открылась в мае текущего года. За это время ее посетителями стали около 2000 человек. Поликлиника рассчитана на 120 посещений в день и работает в 2 смены с 8 утра до 8 вечера. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».